Властям Хакасии следует быть более открытыми перед народом, считают представители Общероссийского народного фронта. С республиканским активом встретился руководитель ОНФ Михаил Развожаев. Хакасия Развожаеву хорошо знакома. Еще полгода назад он исполнял обязанности главы региона. А среди приоритетных задач ОНФ – мониторинг исполнения национальных проектов. Михаил Развожаев поручил активистам регионального отделения плотнее работать с местным населением, четко фиксировать проблемы и предложения людей по улучшению жизни. Учитывая интересы граждан, ОНФ разработает точечную программу рекомендаций для органов исполнительной власти региона. Мы сейчас по всей стране стараемся перезагрузить региональное отделение и сделать работу, скажем так, немножко другой. Мы уходим от каких-то целенаправленных акций, придуманных в Москве, и будем стараться в каждом регионе работать с той повесткой, которая больше всего волнует людей. Потому что Общероссийский народный фронт – это не политическая партия, у нас нет цели бороться за власть. У нас единственная задача – это обеспечить нормальную, правильную коммуникацию между людьми и властью.